В преддверии Дня семьи, любви и верности, праздника, который отмечается в России 8 июля, в банкетном зале «Россия Плаза» состоялось торжественное мероприятие, организованное Каспийским комплексным центром социального обслуживания населения. На это мероприятие мы пригласили 15 семей подопечных центра, которые прожили в согласии 40 и более лет, воспитали достойных детей, воспитали внуков и правнуков. Как отметил Гаджи Загидов, многие семьи, пришедшие на праздник, проживают счастливую семейную жизнь не один десяток лет. Как, например, эта пара, семья Гусейновых. Рамазан и Патимат вместе уже 46 лет, имеют троих детей, пятеро внуков и трех правнуков. Глядя на их искрящиеся глаза, невольно напрашивается вопрос, а в чем же их секрет благополучия? Его любовь нам двоим хватило. Да, очень верные. Можно любое время на помощь. Вот мужской, женщине, он не говорит, он помогает мне. Потому что у нас взаимное, да. Понимаем друг друга с полуслова. Поэтому и дети у меня прекрасные. Я не могу сказать, что хвалить, что я таких воспитала, но уважение к родителям действительно есть, да. Мы уважаем друг друга, и это, наверное, видят и дети. Уважение, взаимопомощь и понимание – главные секреты счастливой жизни семьи Гусейновых. Патимат признается, бывало всякое. И ссорились, и ругались, но, вопреки всему, любовь сохранили. Помимо этого, они дали ценные советы молодым парам, которые только начинают свой путь. Я бы хотела им дать совет, чтобы понимали друг друга, чтобы слышали друг друга. Вот это главное, да. Чтобы не было это мое, это твое, именно чтобы как одно целое. Отметим, что для виновников мероприятия в этот день были накрыты пышные столы, звучала живая музыка в исполнении лучших артистов Дагестана, а также творческих коллективов Каспийска. Поздравить семьи в этот день поспешили почетные гости. Председатель собрания депутатов Абдул-Вахид Джаватов, его заместитель Аза Алиева, а также председатель Совета «Солидарность и свобода» Магомед Курамагомедов, зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Российской Федерации по Республике Дагестан Ума Аскерханова. Разрешите вас поздравить с этим светлым праздничным днем и пожелать вам крепкого здоровья, сильного духа в жизни и долгих-долгих лет жизни. Город никогда не был в стороне от проблем городских и от ваших тоже. Если какие-то вопросы есть, можете обращаться к нам в собрание, в администрацию города, если какие-то моменты есть. И хочу вам пожелать крепкой семейной жизни в будущем. Скажите, как здесь уютно, так прям тепло, да? Друзья мои, семья, прекрасный праздник. Семья – это то, что дает нам силы. Любовь – это то, что греет наши сердца. В завершении мероприятия всем семьям были розданы памятные подарки от спонсоров. Ими стало руководство банкетного зала «Россия», компания «Каспий Теплосервис» и другие.